все, что мы завоевали, заслужили, чтобы вы с честью это все несли и вернулись домой живыми, здоровыми. С таких напутственных слов начал свое обращение к призывникам Иван Буслаев, лидер организации участников боевых действий «Память». Сегодня отдавать долг Отечеству отправились 38 молодых ребят. 8 из них специально прошли подготовку в местном отделении ДОСААФ и стали водителями категории «С» и топливо-маслозаправщиками. «85% пойдут в ряды вооруженных сил, сухопутные войска, значит, военно-космические силы, ВВС, значит, 15% пойдут войска Национальной гвардии. По территории от Калининграда до Владивостока будут служить наши ребята». Виталий Уваров весной окончил школу и не стал поступать ни в вуз, ни в специальное училище. У молодого человека есть цель – служить. Дальняя дорога, тяготы солдатских будней его не пугают. Меня сегодня провожают мои бабушки, дедушки, мама, братья, сестры, моя любимая девушка. Служить не страшно, очень хочу. Горькие слезы матерей, ласковые слова девушек, крепкие рукопожатия отцов. Призывники расстались с родными на год. Торжественные проводы обошлись без традиционного раскачивания автобуса. Мария Константинова, Роман Буйнов. Местное время.